Добрый вечер. В Украине 20.00. В эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты. В студии Наталья Белышева. Граната для депутата. В Никополе громкое покушение. Кто жертва и на кого охотились на самом деле? Запрет на бандеризм. Польша приняла скандальный закон об украинских националистах. Почему недовольны США и Израиль? Битва на плакатах. В Харькове Обленерго и Водоканал митинговали друг против друга под судом. Что не поделили? Ищите мэра. Уже месяц никто не видел одесского городского голову. Где Труханов? Взрыв в Никополе. По версии полиции, покушались на жизнь депутата горсовета. Сейчас он в больнице. Несмотря на мнение следователей, коллеги пострадавшего убеждены, что мишенью преступников был совсем другой человек. Все детали расскажет Елена Миндалюк. Все произошло накануне в половине седьмого вечера, когда депутат Никопольского городского совета Александр Рыбаков вместе со своей женой ставили машину в гараж. В этот момент в их сторону неизвестный бросил две гранаты F1 и РГД-5. Нападавший быстро скрылся. Местные говорят, взрыв был мощный. У нас чуть хата не завалилась, дома были. Что-то громко было, да? Шарахнуло так, что аж подкинуло. Рыбаков получил многочисленные осколочные ранения, потерял много крови, он все еще в реанимации. Медики оценивают его состояние как стабильное, но журналистов к нему пока не пускают. У палаты дежурят вооруженные правоохранители. Помимо, скажем так, проблем с мягкими тканями, у него еще сотрясение головного мозга, которое он тоже получил в результате взрыва, поэтому пациент по состоянию здоровья находится в реанимационном отделении. Жена Рыбакова Валерия не пострадала. Она работает судьей в Никопольском суде, рассматривает гражданские и административные дела. В полиции открыли уголовное производство по статье «Покушение на убийство». Предварительно следователи говорят, что злоумышленник работал один, и мишенью был именно депутат Александр Рыбаков. Полиция разглядывает все возможные версии, от побутовых и до деятельности пострадавшего. Вот только коллеги Рыбакова, депутата Никопольского горсовета, считают иначе. Говорят, злоумышленник явно покушался на жизнь его жены Валерии и скорее был наемным убийцей. К такому выводу они пришли, просмотрев материал с камер видеонаблюдения. Человек не ждал возле гаража, это видно по видео. Он двигался и двигался явно под чьим-то руководством телефонов или каких-либо средств связи. Машина судьи, гараж судьи, двор там, где она жила, двор ее родителей, где она посещает больных родителей. То есть тут все указывает на то, что это спланированное действие против ее жизни, возможно, и жизни ее близких. Злоумышленника до сих пор разыскивают. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Елена Миндалюк, Евгений Кузнецов. Подробности телеканал Интер, Днепропетровская область. Одесситов сегодня также шокировала стрельба. Около 2 часов дня раздалась целая серия выстрелов. Час спустя полиция пояснила, что проводили задержание. Ловили банду так называемых барсеточников. Подозреваемые оказали сопротивление, они пытались скрыться, поэтому пришлось применить оружие. Стреляли резиновыми пулями. Один из подозреваемых получил легкое ранение. В результате операции задержали 2 и еще одного сейчас продолжают разыскивать. Создание антикоррупционного суда – одно из главных условий получения Украины очередного транша МВФ. Об этом заявил глава представительства фонда в Украине Йоста Люнгман. В МВФ также настаивают на повышение цен на газ для населения до рыночных. А вот зарплату украинцам слишком быстро повышать не стоит, отметил Люнгман. Это может подстегнуть инфляцию. Напомню, в этом году Украина рассчитывает получить от фонда около 2 миллиардов долларов. Точная дата визита очередной миссии в Киев пока неизвестна. Реформы в Украине уже начали давать результат. В этом году экономика может вырасти больше, чем планировали. Так считает Владимир Гройсман. Об этом премьер заявил во время ежегодной встречи членов Американской торговой палаты. По словам Владимира Гройсмана, правительство провело дерегуляцию и добилось изменений в пенсионной реформе, образовании, медицине и приватизации. В этом году планируют принять еще 35 реформаторских законопроектов, разработанных совместно с президентом, парламентом и представителями бизнеса. І ми маємо зробити все, щоб наш ріст був адекватний нашим українським можливостям. І це далеко не 3%. І все зробити для того, щоб кожен бізнес, який працює в Україні, отримував результат. Збільшення власних доходів,
більше сплати податків, розвиток. І наше завдання сьогодні – закласти основи до зростання 5, 7 і більше відсотків. Це непросте завдання, але ми чітко розуміємо, через прийняття необхідних рішень, через змін законодавства, через розумну регуляцію, через спрощення процедур, через демонополізацію багатьох сфер життя. Криптовалютную ферму накрыли в столице на заводе «Квазар». Изъяли более 400 слотов специального оборудования. Деньги от майнинга переводили на оккупированную часть Донбасса, так утверждает главный военный прокурор Анатолий Матиас. По его словам, правоохранители изъяли документы, подтверждающие, что деньги шли на закупку оружия и информационную войну против Украины. Была припинена деятельность, пов'язана з використанням обладнання для добування криптовалют, частина коштів, з яких через електронні гаманці Kiwi та Яндекс гроші, які офіційно заборонені на території України, скеровувалося для фінансування незаконних збройних формувань ЛНР і ДНР, було вилучено ноутбуки, системні блоки, документи, в тому числі, які підтверджують перерахування коштів на територію з банківськими реквізитами Російської Федерації. Полтора часа под огнем противника. Боевики обстреляли украинские позиции возле Троицкого в Луганской области. Били из минометов, запрещенного калибра пулеметов. В ход пошла даже бронетехника. Обошлось без потерь. Все подробности о ситуации на передовой расскажет Игорь Левинок. Участок фронта недалеко от поселка Новолуганское, Светлодарская дуга. Бойцы батальона спецназначения «Донбасс-Украина» высматривают противника. Враг в соседней лесополосе. Может открыть огонь в любой момент. Просто надо быстренько пройти, чтобы это не началась стрельба. Может любую секунду оттуда прилететь. Либо с пулемета отработать, либо с подствольника. Нас кошмарят снайперские группы, которые у них есть. Есть тяжелые пулеметы. Минометы стоят, гаубичная батарея. То есть, в принципе, вооружены они неплохо. Солдаты говорят, днем спокойнее, а с вечера здесь почти ежедневно идут стрелковые бои. Ветви деревьев и стены зданий посечены пулями и осколками. На каждое действие противника мы даем ему адекватный ответ. Калибр 122 миллиметра прилетело со стороны горловки. Армейцы утверждают, оккупанты чихать хотели на перемирие. Запрещенное Минскими соглашениями оружие у них, как всегда, работает. Как видите, одна сюда прилетела, одна туда. Там пацанов обстреляли везде. Стреляют подло вообще, начинают бой там внешне, под шумок кидают мины. На днях по этим позициям враг ударил из минометов 120 и 82 калибров. Солдаты сняли на видео не разорвавшиеся мины. А этой легковушке не повезло. Прямое попадание мины 120 калибра. Нашего товарища по службе. Это уже 20-е уже гули. Не везет ему. Да? Обстрел начался около 6 вечера. Чудом никто из военных не пострадал. Только один солдат получил легкую контузию. Игорь Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер. В рубежном Луганской области отметили годовщину освобождения от фашистов. 75 лет назад части 1-й гвардейской армии с тяжелыми боями форсировали Северский Донец и заняли стратегически важный город. Вечный огонь у мемориала погибшим землякам. Почти у каждого, кто здесь собрался, есть погибшие во время войны родственники. Торжественный митинг открывают под звуки национального гимна. За время оккупации гитлеровцы расстреляли более 360 рубежан. Около 1500 юношей и девушек были отправлены на каторжные работы в Германию. Очевидцы событий не могут без волнения рассказывать об ужасах того времени. Прошло 75 лет, а как это остров шарится? Были жертвы, были тяжелые бои. Это 1943 год. Но в этот год был и победным годом, потому что начали наш летнее наступление в 1943 году в Курской дуге. Цветы к мемориалу возложили и народные депутаты Украины. Лидер оппозиционного блока Юрий Бойко убежден, такие мероприятия должны консолидировать украинцев. Возьмите любую часть Украины, везде погибли люди, везде погибли родственники тех, кто там живет. И если от них пытаются сейчас отречься представители власти, то у людей это, как правило, вызывает только возмущение. Страна должна знать своих героев. Более того, мы
Очень часто забываем о тех, кто еще не похоронен. У нас отряд работает, который под Киевском, в Киевской области. Уже мы перезахоронили 1200 человек в мемориале для того, чтобы вернули часть фамилии из небытия. Во время войны в Рубежном были уничтожены многие объекты инфраструктуры, жилые дома, здания химзавода. Восстанавливали город люди со всей Украины. Сейчас Донбасс тоже переживает сложное время. Но выступающие отметили, он всегда будет частью Украины. Мы празднуем эту дату в непростое время. У нас опять надо бороться за мир. Опять придется восстанавливать разрушенное войной. И задача наша, чтобы это наступило как можно быстрее. Мир наступил. Задача наша, чтобы восстановление Донбасса, восстановление разрушенных городов, сел произошло и люди вернулись туда. Я хочу пожелать нам всем мира над головой, чтобы закончилась у нас война, чтобы никто не стрелял, чтобы Донбасс был един с Украиной и чтобы возродилась сегодняшняя промышленность и экономика Украины. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности, телеканал Интер. Жители крупных городов Украины поддерживают роспуск Рады и внеочередные выборы. Такие результаты опроса обнародовал Центр социальных исследований «София». По его данным, 57% жителей Киева, почти половина львовян, более 70% харьковчан и две трети одесситов готовы идти на выборы раньше срока. Лидером электоральных симпатий в столице стала Батьківщина, у нее 12%. Во Львове наибольшую поддержку, 20%, получила партия «Самопомощь», а в Харькове и Одессе большинство голосов отдали оппозиционному блоку, 17% и 16% соответственно. Польский сенат одобрил закон об Институте национальной памяти Польши. Он предусматривает наказание для тех, кто отрицает преступления украинских националистов, а также запрещает называть нацистские концлагеря времен Второй мировой войны польскими лагерями смерти. Как эти запреты комментирует мировое сообщество, разбирались мои коллеги. Без поправок. Польский сенат принял закон об Институте национальной памяти. Голосовали ночью. За высказались 57 сенаторов. Большинство из консервативной партии «Право и справедливость». Ничто не угрожает изучению прошлого. На анализ и изучение польского прошлого, включая самые черные и позорные страницы польской истории, это никак не повлияет. За публичные заявления о причастности поляков к массовому уничтожению евреев и отрицание преступлений украинских националистов против поляков грозит до 3 лет лишения свободы. Теперь закон должен подписать президент страны Анджей Дуда. Против документа выступает бывший премьер Польши, а ныне председатель Европейского совета Дональд Туск и оппозиционеры. Этот закон может касаться исторической дискуссии, которая есть в каждой стране, в том числе и в Польше. Публичные дебаты должны проходить без помех и надзора прокурора. Во всех странах, оккупированных нацистами во время Второй мировой войны, было много героев, которые сопротивлялись, но, к сожалению, во всех этих странах находились люди, которые сотрудничали с нацистскими оккупантами. Польский закон прокомментировал и президент Украины. На своей странице в Фейсбуке он написал, документ не соответствует принципам партнерства между Украиной и Польшей, а оценки, которые там прописаны, абсолютно необъективны и категорически неприемлемы. По мнению главы МИДа Павла Климкина, этот закон способствует не дискуссии, а созданию исторической мифологии. Решение Сената вызвало критику и в Госдепе США. Мы призываем Польшу пересмотреть законодательство в свете его потенциального влияния на принципы свободы слова и нашу способность быть эффективными партнерами. Польша ответили, принятые изменения не ограничивают свободу слова или исторические дискуссии. Тем не менее, по сообщениям СМИ, своего посла из Польши уже отзывает Израиль. А парламент страны собирается принять документ, который приравняет польский закон к отрицанию Холокоста. В Израиле считают, среди поляков были и те, кто сотрудничал с немецкими нацистами. Александр Осипова, Виталий Акушмирук. Подробности, телеканал Интер. Чехия увеличила квоты на рабочие визы для украинцев. Теперь будут выдавать 800 дополнительных разрешений в месяц. Об этом в Твиттере сообщил министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий. По его словам, это поможет местным компаниям, которые жалуются на дефицит рабочей силы. Чехия готова принимать почти 20 тысяч украинских работников в год. Процедуру выдачи виз также ускорят и упростят.
Украина готова отложить до 2023 года вступление в силу языковой статьи закона об образовании. Об этом сообщила министр образования Лилия Гриневич. Хотя до этого в правительстве не единожды заявляли, что не видят необходимости вносить изменения. Напомню, этот раздел вызвал критику со стороны Венецианской комиссии, ЕС и ОБСЕ. Чем недовольны европейцы, подробнее в нашем материале. Именно продлить переходной период для вступления закона в силу и рекомендовала Венецианская комиссия. Там отметили, что закон об образовании важен для улучшения изучения государственного языка в Украине. Однако выразили ряд серьезных замечаний. Наибольшие споры среди европейских юристов вызвала статья 7 закона, а именно право нацменьшинств получать образование на родном языке. После 5 класса закон дает им право изучать родной язык лишь как отдельный предмет или изучать на нем всего несколько предметов. В выводах венецианки говорится, что это может нарушать Европейскую конвенцию о правах человека, ставя представителей нацменьшинств в неравноправное положение. Особенно тех, кто говорит на втором самом распространенном языке в Украине, русском, отметили в комиссии. Поэтому Украину попросили разработать детальную карту внедрения закона в силу, а с представителями нацменьшинств провести диалог. В комиссии также призвали законодателей исключить из норм действия закона частные школы. А вот никаких нарушений языковых прав венгров, проживающих в Украине, о чем неоднократно говорил официальный Будапешт, в Венецианской комиссии не увидели. Неверным путем назвал создание так называемых национальных дружин посол Канады в Украине Роман Ващук. Сегодня стало известно, что один из лидеров дружинников, Сергей Коротких, якобы был тесно связан с КГБ и входил в ряды неонацистов. Такую информацию обнародовал украинский блогер Борис Немировский. Все подробности в нашей справке. Сергей Коротких, руководитель так называемых национальных дружин, известен также под фамилией Малюта. 2 года учился в школе КГБ, был членом организации «Русское национальное единство», затем «Национал-социалистического общества». Последняя группировка состоит из неонацистов и скинхедов. Эту информацию обнародовал блогер Борис Немировский. Он отмечает, что, согласно официальному реестру, Коротких является соучредителем общественной организации «Зирка», которая и выступила организатором дружин. Принимал участие в боевых действиях в зоне АТО в составе Азова, затем получил украинское гражданство. Посол Канады в Украине Роман Ващук уже отреагировал на эту ситуацию, назвав создание нацдружин неверным путем. По его мнению, единственным легитимным органом в государстве для поддержания правопорядка является национальная полиция. Создание других объединений, которые берут на себя правоохранительные функции, не является верным шагом. В свою очередь, глава нацполиции Сергей Князев заявил, что общественные формирования милитаризировать не собираются. Более того, если организация нарушит закон, ее участников ждет уголовное или административное наказание. Напомним, в начале недели так называемые национальные дружины приняли присягу в центре столицы, на Майдане Незалежності, заявив, что будут следить за правопорядком по всей стране. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Не успели согреться, и вот опять жителям Смилы снова отключили отопление. Что на этот раз? Опасный возраст. Немцев предупредили о терактах, которые готовят подростки. Откуда пришла угроза? Какая совесть его укусила? Британский замминистра подал в отставку из-за опоздания на работу. Коллеги в шоке. Судья Лариса Гольник не нарушала закон о совместительстве. Так считает Высший совет правосудия. Такое решение ВСП принял, рассматривая дело по заявлению Александра Кавжоки, представителя мэра Полтавы Александра Мамая. Он утверждает, что Гольник параллельно занимается политической деятельностью. Но доказательств этому во время проверки не нашли. Серед неймовірно величезної армії суддівського корпусу є винятки. І таким винятком є суддя Гольник, яка перша за всі 27 років незалежності нашої держави заявила про спробу дати їй хабаря з боку міського голови міста Полтави. Після цього почалося цькування цієї судді. У неї хотіли забрати мантію, у неї хотіли забрати повноваження судді, вигнати із суддівського корпусу. Сьогодні ми маємо перші паростки реформ судової системи. Вища рада правосуддя, яка була реформована, показала на двері тим, хто прийшов критикувати суддю Гольник і хотів забрати у неї повноваження судді.
Доведенные до отчаяния жители смело перекрыли трассу. Уже третий день в 70-тысячном городе нет тепла. Из-за холода в школах и детских садах сократили занятия. Почему смело снова замерзает, разбирался Станислав Кухарчук. Пробка из нескольких сотен грузовиков и скандалы с водителями. Выезды смело в направлении Крапивницкого утром перекрыли возмущенные горожане. Говорят, на акцию вышли из-за того, что город снова остался без тепла. Со вторника облгаз начал отключать котельные. Как же мы можем сидеть, если у нас дети, внуки? Ну как мы можем сидеть в холоде? И надо выходить не только нам, всем, у кого есть отопление. Если нет, все равно треба поддерживать других. Как это так можем мы сидеть дома? Перебои с теплом здесь с самого начала отопительного сезона. Последние полтора месяца идет настоящая подпольная война. Газовщики отключают котельные, а горожане их самовольно подключают. Сколько у вас градусов? 11. Такая температура в лицее держится третий день. Сегодня директор вынуждена была сократить уроки и отпустить детей из остывших классов по холодным домам. Осталась только группа продленного дня и часть старшеклассников. Вытримать это насколько важко, просто сложно заниматься одягненным. Ну, если мы были без курточек, это было первое. Подобная ситуация почти по всей Смеле. Холодно в больницах, детсадах, домах. Утром газовщики отключили 21 котельную. На 19 перекрыли вентили. А вот на трех центральных просто обрезали трубы. Это газопостачальная труба, так, которая подает, через яку подается газ на котельню номер 3. Как вы видите, сейчас мы имеем видимый разрез. 7 лет город отапливала частная компания «Смело Энергоинвест». За это время она накопила долг перед поставщиками газа и транспортировщиками почти 200 миллионов гривен. В декабре прошлого года город расторг договор с частниками, а свое коммунальное предприятие до сих пор не запустил. В исполкоме объясняют, сделать этого не могут, так как облгаз не подписывает контракт. Чиновники предполагают, долги частников хотят повесить на людей. Методом шантажу, це таким як відключення котелень від газопостачання міста в опалювальний період, тобто зимою, вони змушують міську раду взяти гарантії реструктуризації цього боргу. Як вони пропонують включити його знову в тариф, щоб жителі міста, які вже раз заплатили за тепло, щоб вони знову заплатили його ще раз. В облгазе нам по телефону сообщили, полтора месяца газ на котельные поступал несанкционированно. И все это время город медлил с подачей регистрационных документов. Они пришли только вчера. Вчора ввечері контракт їм був переданий, це перше. Друге, сьогодні ранку був переданий нарочно. Тобто у вас вже проблем з комунальниками, смілянськими нема, контракти підписані. Тепер слово тільки за «Нафтогазом». Так. Ни «Нафтогаз», ни областные газовщики от долговых претензий отказываться не собираются. Дескать, согласно договору, долговые обязательства «Энергоинвеста» перешли к городу. Правда, к вечеру котельные все же начали подключать. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал «Интер», Черкасская область. Мерзнут и в Славутище, там тоже проблемы с отоплением. Еще во вторник Киевоблгаз за долги прекратил подачу газа на городскую котельную из-за задолженности «Нафтогаза», который не выделил для Славутича необходимые объемы. Местные власти подключили городскую котельную на альтернативном топливе. Она работает сейчас на минимуме, и запасов хватит всего лишь на несколько дней. А в Харькове сегодня митинговали коммунальщики. Миллиард гривен должен Харьковский водоканал за услуги местному «Облэнерго». Но рассчитываться не спешит, просит суд отсрочить выплаты. И вот сегодня работники двух предприятий встретились возле здания суда. Все это видела Светлана Шакера. Сотрудники Харьковоблэнерго пришли к зданию апелляционного суда с плакатами. Просят не предоставлять крупнейшему должнику Харьковводоканалу отсрочку для погашения задолженности за электроэнергию. За несколько лет это предприятие накопило долг более миллиарда гривен. Люди начинают увольняться из-за того, что не платят вовремя зарплату. У нас много людей поувольнялись. Половина даже в роях некоторых вообще людей нету. Даже некому работать. Ремонтировать старые сети становится все сложнее. Конечно, чувствуем по топливу, особенно на выезд. Все лимитировано. Все выезжать надо только четко на ремонт. Не, то есть мелкие приходится ремонты проводить совместно с плановой работой. В прошлом году суд постановил вернуть энергетикам 80 миллионов гривен долга. Но водоканал через суд уже второй раз добился отсрочки. Расчеты водоканала
в январе этого года, за январь этого года, составляет всего-навсего 30%. То есть водоканал не только по старым долгам не платит, но он еще и не оплачивает текущее потребление. У нас полностью сорвана инвестиционная программа. Не сегодня-завтра мы можем столкнуться с массами аварийными отключениями в наших сетях. Представители водоканала стоят напротив со своими плакатами. Жалуются, предприятие убыточное, государство и тарифы не дает повышать, и деньги на оплату электроэнергии перечисляют не вовремя. Взаиморасчет не состоялся по одной единственной причине. А именно потому, что национальная комиссия, которая регулирует вопросы коммунальных услуг, она не разработала и не утвердила специального порядка распределения таких средств до истечения 2017 года. И в соответствии с законом о государственном бюджете было перенесено на 2018 год. В антикоррупционном центре выяснили, водоканал постоянно пытается увеличить закупочные цены на бумагу и песок. Мало того, реагенты замдиректора покупал у собственной фирмы. А недавно пытался на 2 миллиона завысить стоимость реконструкции водопровода. Изначально сумма реконструкции составляла 55 миллионов гривен. После того, как мы начали говорить о том, что торги выглядят подозрительно, сразу эти торги были отменены. Хоть выиграла та же фирма, которая выиграла в первый раз, но, тем не менее, цена уже уменьшилась больше, чем на 2 миллиона гривен. 13 февраля водоканал проведет общественные слушания, чтобы вновь поднять тарифы. Ну и после повышения оплатить старые долги не получится. Будут ждать денег от государства. Они придут в конце мая. А до того времени по решению суда энергетики не имеют права отключить водоканал от электричества и даже не могут снизить объемы его поставки. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер Харьков. Одесса в недоумении. Куда пропал мэр города? Он то продлевает отпуск, то уезжает в заграничные командировки. И так уже больше месяца. С чем связано отсутствие Труханова на рабочем месте? Попытались выяснить наши корреспонденты. В отпуск на 3 недели Геннадий Труханов ушел в конце декабря. Затем продлил отдых еще на 3 дня. После зарубежная поездка в Грецию, потом в Швейцарию. И вот снова отпуск по 4 февраля. За свой счет. Одесситы забеспокоились. Последний раз мэр давал о себе знать в Фейсбуке. Поздравлял одесситов с Новым годом. Не жалейте частичку своего тепла в эти праздничные дни. Дайте знать, что вы помните о тех, кто далеко. Труханов – фигурант множества расследований. Детективы НАБУ открыли дело о скандальном приобретении одесской мэрии бывшего завода «Краян». Строение власти купили участников за 185 миллионов гривен. Хотя ранее коммерсанты отдали за него в 16 раз меньшую сумму. Результат этого расследования, естественно, это привлечение к уголовной ответственности участников. Еще одно дело расследует Генпрокуратура. Речь о продаже одесской мэрии объектов коммунальной собственности. В ГПУ подозревают, здания продавались без конкурса, по заниженной стоимости, с признаками сговора между чиновниками и частниками. На многие из них уже наложен арест. Чтобы вы понимали, сотнями может уходить коммунальная собственность на сессиях городского совета. При этом Труханов является фигурантом и так называемого паспортного дела. Журналисты обвиняли мэра в том, что у него есть российское гражданство. Результатов проверки общественность ждет до сих пор. Сам Геннадий Труханов все предположения насчет его длительного отдыха называет слухами. Возможно, все прояснится в понедельник, когда мэр, по идее, должен выйти на работу. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности телеканал Интер. Одесса. Уволился со стыда. Британский лорд подал в отставку, потому что опоздал на заседание парламента. Как отреагировали его коллеги и останется ли этот порядочный человек без работы, выясняла Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Это был традиционный час вопросов к правительству в Верхней палате британского парламента. Лорд Бейтс опоздал всего на несколько минут, что вполне могли не заметить. Но у одного из членов палаты лордов возник вопрос о неравенстве доходов населения. Ответить должен был лорд Бейтс, как замминистра международного развития. Но поскольку его не оказалось на месте, держать речь пришлось коллеге Бейтса. То есть ничего страшного не произошло. Лорды часто отлучаются на запланированные встречи или публичные мероприятия и имеют право пропускать заседания. Но в данном случае Бейтса заела совесть. Я всегда считал, что мы должны придерживаться самых высоких стандартов вежливости и уважения. Мне очень стыдно, что я отсутствовал, когда ко мне были вопросы. Поэтому попрошу об отставке премьер-министра и приношу свои извинения.
Это вызвало бурную реакцию в палате. Лорды выкрикивали «нет» и призывали Бейтса вернуться в зал. Мол, извинения достаточно и нет необходимости уходить из-за такой мелочи. Лордом Майкл Бейтс стал 10 лет назад. И этот титул пожизненный. Он заслужил его, работая в правительстве и парламенте. Впрочем, это не первый раз, когда он удивляет неожиданным заявлением об отставке. 2 года назад Бейтс покинул должность замминистра внутренних дел, чтобы в одиночку пешком пересечь Южную Америку. Тогда цель увольнения была не менее благородна – престижной работой в правительстве. Он пожертвовал ради благотворительности, собирал деньги для ЮНИСЕФ, которая отстаивает права детей. И если тогда правительству не оставалось ничего другого, как принять заявление, причина такая высокоморальная, то в этот раз на Даунинг-стрит в увольнении отказали. Не увидели в этом необходимости. Так что, в конце концов, совестливый лорд останется на своей должности в министерстве. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер». Мощный взрыв в здании налоговой инспекции Анкары. По информации местных властей, взорвался бытовой газ в котельной. Здание серьезно повреждено, в нем выбиты окна, а погибших и пострадавших сообщений пока нет. Инцидент сейчас расследует полиция. Осторожно, дети! В Германии граждан предупреждают о терактах, которые могут готовить подростки. Откуда эта информация и насколько она реальна, разбиралась Татьяна Лагунова. Бомба замедленного действия. Немецкие спецслужбы предупреждают о новой угрозе. Это теракты, которые могут совершить дети или подростки. Те, которые были вывезены в Сирию или Ирак родителями-джихадистами, либо родились на территориях подконтрольных ИГИЛ и теперь возвращаются в Германию. Есть опасность, что эти дети вернутся, скажем так, с промытыми мозгами и получив задание совершить теракт. Наши спецслужбы делают все возможное, чтобы исключить ситуацию, когда ребенок будет представлять угрозу для безопасности в Германии. Спецслужбы называют и конкретные цифры. Речь идет о нескольких сотнях детей и подростков. По нашим данным, в Сирию и Ирак были вывезены или уже родились там 290 человек. Некоторые из них уже снова находятся в Германии. Мы исходим из того, что дети, которые выросли при ИГИЛ, в школах и детсадах изучали не науку и культуру, которую мы знаем, а уже с детства столкнулись с исламской идеологией, выросли под ее влиянием. Не исключено, что в ближайшее время будут внесены изменения в закон, регулирующий деятельность спецслужб. А именно отменен параграф, который запрещает собирать информацию о детях, не достигших определенного возраста. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности. Немецкое бюро телеканала «Интер». Дональда Трампа в третий раз номинировали на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил директор Норвежского института исследований проблем мира. Имя того, кто выдвинул кандидатуру Трампа, держат в тайне. Известно только, что это американец. Этот же человек предлагал американского президента в прошлые годы. По его мнению, Трамп достоин награды за идеологию борьбы за мир с помощью силы и другие заслуги. Такую рекламу признали самой возмутительной. Можно ли диагностировать болезнь Альцгеймера по капле крови? И как звучит гендерно-нейтральный гимн? Обо всем этом прямо сейчас. В американском штате Вирджиния поезд столкнулся с мусоровозом. В составе находились около 450 пассажиров, большинство представителей республиканской партии. Они направлялись вместе с родными в партийную загородную резиденцию. От удара поезд не сошел с рельсов, а вот мусоровоз превратился в груду металла. Водитель автомобиля погиб, еще 2 человека получили травмы. Причины аварии пока неизвестны. Танцующий под рэп цыплята популярной сети быстрого питания – самая возмутительная реклама. Именно на этот промо-ролик больше всего жаловались британцы рекламному регулятору в прошлом году. На видео несколько куриц бодро шагают под зажигательную музыку. Сцен насилия в ролике нет, но очевидно, что пернатые направляются на убой. Зрители возмущены, клип неуважителен по отношению к курам, расстраивает вегетарианцев и детей. Японского мафиози депортировали из Таиланда. Домой и, скорее всего, под суд отправится 72-летний Синахара Сирая, бывший глава крупной группировки якудза. 14 лет он скрывался от правосудия, но был найден благодаря фотографии в Фейсбуке. Снимок из Таиланда, на котором изображен пожилой мужчина с внушительными татуировками на торсе и без мизинца на руке, стал вирусным. Увидели его и японские правоохранители, после чего потребовали арестовать беглеца. Героическое спасение нарушителя. Полицейский из штата Мичиган помог
помог 18-летнему водителю выбраться из горящей машины. Патрульный заметил на обочине транспортное средство, охваченное огнем. Он остановился, снял люк с машины и достал водителя из пылающего салона. Спасенного позже арестовали. В его машине обнаружили следы марихуаны и алкоголя. Определить болезнь Альцгеймера по капле крови. Новый метод диагностики опасного заболевания придумали японские ученые. В минимальном количестве крови они ищут вещества, связанные с белком бета-амилоидом, который и вызывает болезнь. А потом, сравнивая массу молекул, определяют, есть ли в мозге излишнее его накопление. Гимн для всех. В Канаде изменили главный музыкальный символ страны, чтобы он стал гендерно нейтральным. Для этого в строке «Патриотизм – удел всех твоих сынов» в английской версии гимна заменили на «удел нас». Накануне Сенат одобрил соответствующий законопроект. Теперь его должна подписать генерал-губернатор Канады Жюли Пейет. Вот он, детский мир. Всемирная выставка игрушек в Нюрнберге установила рекорд. В этом году на ней представлены около 3000 производителей. Мягкие игрушки, конструкторы, головоломки, забавы на любой вкус и возраст. Организаторы ожидают более 70 тысяч покупателей со всего мира. Это все новости на сегодня. Завтра итоги недели в этой студии подведет мой коллега Алексей Лихман. Я желаю вам хорошего вечера, доброй ночи и до встречи.